Как-то неестественно на машиногонку. Неестественные звуки. Аккуратно этот камин. Ух ты, какой падает на машиногонку. В этом кадре он поставил звук Audi, но в следующем кадре здесь что-то происходит на унитаз. Батискаф испытывает. Как Лиза и изобретатель появились на машиногонку. Но это грязная вода, это же унитаз. Машина-гонка там аккуратно, это кресло. Сегодня 8 октября, международный день крокодила, а у меня все из рук валится. Сломалось свое кресло. Машина-гонка там аккуратно, это вода. В этом кадре пульт падает, этот унитаз. В следующем кадре представляю, чтобы грязная вода для унитаз. Кто-то неестественно свое плакал крокодила. Как-то слишком быстро на машиногонку. Это название 1970 год в СССР. Готова ли моя телескопическая морковка? Откуда это заяц появились, что-то случилось. И почему заяц, он падает? Поскакали! Как заяц сидеть на унитаз? Лиза делает на ракету. Заяц посмотреть в камеру. Как-то неестественно выглядит на Луну. Ух ты, это игра баскетбол на футбола. Заяц, ну конечно, это был сон, только сидеть на унитаз. Ракета улетела на космос. Кирпич проходит сквозь текстуры. Давайте-ка вместе разберемся, что тут к чему. Лампа прошла сквозь текстуры. Наконец-то ракета вернулась. Раньше умели делать такие штуки, как луноход. Уж когда запустили... Не забивайте, подпишись на наш канал Гибер Горыныч и смотри новые видео. Увидимся!